Сегодня в Казахстане в широкий прокат вышла кинокомедия «Дастиш фантастиш». Идея фильма принадлежит режиссеру Жандосу Еспенбетову. Сценарий будущей комедии был написан за 2 месяца, а съемочный процесс занял всего 27 дней. О чем кинолента и чем будут удивлять зрителя в материале Карлыгаш Минаяковой? В центре сюжета одинокий охранник сада Женес. К нему из Берлина приезжает сын, который появился на свет во время его армейской службы в Германии. Вальдемара, единственного сына Женеса, ждут в ауле интересные события. Я играю этого немца, который вернулся в Казахстан к отцу. Самый интересный момент, знаете, я никогда не водил Ниву. И вот тут мне дали поводить Ниву, это было очень интересно. По задумке сценаристов, главный герой Вальдемар с интересом изучает традиции, язык своих предков, а заодно и влюбляется. Режиссер картины говорит, что кастинг прошел довольно легко, но загвоздка произошла при поиске актера на роль Вальдемара. Самое сложное, с чем мы столкнулись в съемочном процессе, это поиски Вальдемара. Они затянулись. И к нашей радости немецкий театр предложил нам актера Израила Бергмана. Мы даже нашли в нем внешнее сходство с его отцом по фильму. Жазира Ерка сыграла роль учителя немецкого языка. Молодая актриса известна зрителям по таким сериалам, как «Айжан», «Бажалар», «Кызжолы». Этот фильм, он настолько оптимистичен, он настолько добр, и его можно посмотреть с семьей, можно с друзьями посмотреть. Это фильм, после которого на душе вот тепло и хочется улыбаться. Я всем советую посмотреть. Авторами сценария выступили Рустем Арсланов, Кайрат Мамраимов, Жамид Кушербаев. Предварительный показ перед премьерой прошел в крупнейшем молле страны «Апорт» в кинотеатре «Киноплекс-7». Карлыгаш Минаяков, Валентин Лобанов. Итоги дня. Алматы.